народ отдыхает на площади Клебет. Вот она, новогодняя елка. Я сейчас от массажиста доктора Блоха, ревматолога. Вот он я, не знаю, видно меня. Ну, в общем, вот Страсбург сегодня. Иду сейчас в магазин что-нибудь попить, купить, забыл бутылочки, придется сок взять. Ну а что поделаешь, много работы. Хлеб взял, сыр взял, сок возьму и буду работать до 20.00. Потом в свой лагерь опять что-нибудь поем, спать и утром опять работать. И так вот весь день, и так вот всю жизнь. Ну, я не верю, конечно, в то, что я вырвусь. Да, красиво, конечно. Красиво, много денег они. Ну, а так вот, если прямо идти, там налево будет Нотр-Дам метров через 150-200. Может, 250. А вот он там вот находится прямо где-то. Магазинчик, дешевый супермаркет. Так как же он называется? А, Аушан он называется.